Пою, да? Мужиком надо любить, мужиком надо ценить. Он мужчина хоть куда, ты смотришь не туда. Один дед, ну старенький, подошел. А ты что, у тебя пенсии не хватает? Я говорю, дедушка, ты, конечно, считать не умеешь, но уж плохо видишь. Я говорю, для детей. А некоторые прям наглую, ты, говорит, себе деньги собираешь. А я в одно ухо влетел, в другое вылетел. Я Иванов Юрий Иванович, мне исполнилось 73 года. Занимаюсь благотворительностью, помогаю детям. Мое детство прошло в Башкирии. Я родился в 4-м роддоме. От меня мать отказалась. У нас в детдоме давали прозвище, если хитрый – лиса, если толстый – медведь, если злой – волк. Вот я здесь, по прозвищу Птенчик. Самый маленький был. Детдом у нас был деревянного строения в Бирске. Заготавливали дрова, пилили, кололи на зиму, сажали картошку, копали, пололи и держали 3 лошадок. Меня одна воспитательница даже все время любила, где что, она меня даже домой в гости водила. У нас в детдоме был клуб деревянного строения, стоял рояль. А у меня музыкальный слух, я начал «Катюшу», там, «Три танкиста», «Землянки», вот так. И пошла музыка и баян. Из детдома вышел, надо быстро устраиваться куда-то в училище. Там 3 раза в день кормят. Я иду по Бирску, по Интернациональной улице, вот в декабре, морозик. Хлебзавод стоит, на меня как дунуло хлебом, свежим запах хлеба. У меня в желудке как закрутило. Ну, думаю, у меня документы, дай попробую на хлебзавод зайти. Теперь жизнь пошла, яйца есть, хлеб есть, молоко есть, жить можно. Решил купить баян у слесаря. Он говорит, ты будешь всю жизнь кусок хлеба зарабатывать на баяне. Он как чувствовал. По свадьбам, по городам, по деревням ездил. Ну, конечно, плоховато играл, но ничего, сейчас нормально играю. Белая роза свидания, красная роза любви. Желтая роза разлуки, я под ногами совсё. Верила, верила, верю. Мне вам все подходят, вы, говорит, хорошо поете такие русские старые песни. Меня. 2-3 куплета пою песню, на другую перехожу, потому что люди ходят по тротуарам, денежки ложат и уходят. Ну а для меня это хорошо. Он построил тебе дом, а ты лишь не хочешь в нем. Ты влюбилась опять, он не может все понять. Я сперва на баяне не играл, начал детям эти собирать подарки, все. А денег-то мало. Ну вот и пришлось ходить и играть, и собирать детям. Перчатки есть рыбацкие. Без пальчиков. Они вот кулачки греют, и пальцы не мерзнут. Чтобы не продуло, на заборе вот так Г-образный есть, там полиэтилен вешаю, и сзади меня не дует. Ну все, и приспосабливаться надо. Первый раз я вышел, ну что, без стеснения, что, маленько талант есть, что. Сперва 1000 давали за 2 часа, а позавчера я играл. 3 часа мне 5000 дали.
Я деньгам не даю, звоню, они говорят, что надо, Юрий Иванович, вези. Я еду сразу и с концертом, детские песни пою. Родилась елочка, в лесу она росла, зимою, летом стройная, зеленая была. Вот в этот раз дом малютки, тюбинки купил для детей, вот эти по снегу катают воспитатели. Это им надо, они просят, я и привожу, потому что я там сам был, дом малютки. Вот эти... Извини, алкаши, дай 100 рублей, 50 взаймы. Я никому не даю. Одна бабка идет. Я взял знакомую, полтинник дал. Она мне подходит и говорит, а что, что мы тебе для детдомов деньги собираем, а ты раздаешь. Я напугался и больше никому не стал давать. У нас было в Бирске два детдома. Сестра, брат проживали в первом детдоме, а я жил во втором. Мать приезжала к ним в первый детдом, а они говорят, твой сын во втором детдоме. И они все ко мне пришли. Директор Иван Наумович говорит, может, своего ребенка домой возьмешь? А она говорит, я от него отказалась. Когда я вырос, в музыкальной школе учился в Уфе, у сестры жил, она приходила к ней. Она говорит, что ты его держишь, выгоняй его из дома. Она говорит, как так, он же мой брат. Ну, значит, она меня не взлюбила. Ну, а куда деваться? Ну а что обидно, в детдоме-то лучше, а в детдоме жил, может, я бы кем, не знаю, кем бы стал. А в детдоме, видишь, теперь я звезда. В общем, так получилось. Меня здесь везде на телевизоре показывают. И эти все съемки идут в Москву. И меня решил Борисов пригласить. Взяли мы пацаненка, потом с детдома директора. И туда поехали. У него как будто никого не было, ни родственник, ничего. А родственники взяли его и увидели. Вот и Кубович Леонид мне 100 тысяч кинул, для детей все отдал. Телевизор он мне дал, сын на аэропорт приехал, и мы в детдом увезли. Флешку поставили и включили Якубовича. А телевизор у них на стене. А дети говорят, а вот же он телевизор привез, вот уже у нас на стене. Все руки пожимают, девчонки обнимают. Это в Бирске Соколок, это я, а это Иван Трушин. Это в Бирске церковь, где мы жили тут рядом. Это тоже мы с Иваном в детдоме воспитательской была. Конечно, надо помогать, в первую очередь, детям брошенные, которые живут и в дом малютки, и в приютах детских, и в детдомах. Я мечтаю, конечно, о лучшем, не худшем, продолжать жить, помогать детям. О чем мечтать больше? Мне больше ничего не надо. Я так все и продолжаю, и буду продолжать. Спасибо.